Друзья, всем привет! Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». И сегодня у нас очередной рецепт для конкурса «Битва шефов», который проводит телеканал «Пятница» и «Яндекс.Дзен». Готовить будем рыбу, нежнейшую треску на подушке из шпината под великолепным томатным соусом. Рыба получается невероятно мягкой, сочной, буквально тает во рту. А сочетание сыра, шпината и томатного соуса просто идеальное с треской. Сначала подготовим все ингредиенты. Берем хороший крупный репчатый лук и мелко его рубим. Этот лук мы потом будем обжаривать на сковородке вместе со шпинатом. Пока перекладываем его в мисочку и переходим к сыру. Берем самый обычный твердый сыр или полутвердый, какой вам больше нравится, и натираем его на крупной терке. И тоже пока перекладываем в мисочку и переходим к рыбе. Нам понадобится филе трески, желательно без костей и без кожи. Это филе нам нужно нарезать на небольшие кусочки, так чтобы их было удобно брать вилочкой. Нарезанную треску перекладываем в глубокое блюдо или в небольшую мисочку, чтобы она уместилась, и слегка ее замаринуем. Для этого выдавим лимонный сок и добавим немного соли и черного молотого перца. Аккуратно перемешаем, пожалуйста, делайте это как можно аккуратнее, потому что треска очень нежная, и оставим мариноваться примерно на 10 минут. А тем временем разогреваем в сковородке растительное масло и обжариваем репчатый лук. Жарить лук нужно примерно 4-5 минуток. Затем к луку добавляем шпинат. У меня был замороженный резанный шпинат. Я его предварительно не размораживала, а сразу выложила на сковородку. И готовим, постоянно помешивая, примерно минут 7. Нам нужно, чтобы шпинат разморозился и немного потушился. И теперь шпинат вместе с луком слегка отжимаем от влаги, потому что лишняя влага в начинке нам тоже не нужна. Но не сильно, а так, чтобы стекла только лишняя вода, которая образовалась при тушении. Возвращаемся к нашей треске. Сбрызгиваем сковородку небольшим количеством оливкового масла и обжариваем нашу рыбку с двух сторон. Теперь берем форму для запекания и все наши ингредиенты. Рыбу, шпинат с луком и натертый сыр. Форму сбрызгиваем оливковым маслом и выкладываем на дно формы шпинат с луком. Это будет такая подушка из шпината. Посыпаем небольшим количеством тертого сыра. Сверху раскладываем нашу прекрасную, сочную, обжаренную треску. И снова посыпаем сыром. Убираем форму в разогретую до 200 градусов духовку и готовим примерно 10 минут. А пока наша рыбка готовится в духовке, мы с вами приготовим чудесный томатный соус. Он просто потрясающе сочетается с этой рыбой. Для соуса нужно взять томаты в собственном соку. Я вот эти вот купила во Вкусвилле. Перекладываем их в ковшик, добавляем немного соли и чуть-чуть сухого базилика. Он придаст томатам потрясающий аромат. Ставим ковшик на достаточно медленный огонь и варим примерно минут 10-15, постоянно помешивая соус до загустения. Готовый соус можно пробить блендером или оставить просто так. Я не пробивала. А тем временем наша рыбка уже готова. Посмотрите, какая она классная. Приступаем к сервировке. На красивую тарелочку наливаем томатный соус. Важно, чтобы он был теплый. И затем выкладываем кусочки рыбы на подушке из шпината. Посмотрите, какая красота. Это правда очень вкусное блюдо, и я жалею, что не готовила его раньше. Теперь точно буду делать часто. Друзья, очень буду рада вашим лайкам и комментариям, потому что мне нужна поддержка на этом конкурсе. Увидимся!